Баланс пушкинской карты в 2022 году увеличился до 5000 рублей. Карта появилась 1 сентября прошлого года номиналом 3000 рублей. За 4 месяца ей воспользовались свыше 150 тысяч жителей Подмосковья в возрасте с 14 до 22 лет. С помощью пушкинской карты можно купить билеты в музеи Одинцовского городского округа. Например, Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина и Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.